На. Потрогаешь? Не хочу. Лина? Да, пока. Можно? Сергей. Маленькие черепашки. Видишь? Вот так. Один красный видок черепах. Вот это зеленая черепаха. Съед 1-2-3 дня. А потом? Потом океан. Да? Мальчик 3 дня океан, море, девочки очень 5 лет. Классные. Хандат родились маленькие, 1-2 пацанки девочки. Съед мальчики. Некрасивые маленькие, я так не нравится. Лена! Лена, иди сюда. Лена, иди сюда. Лена уже полезла. Лена. Так хочется их на ручках подержать, да? Лена, иди сюда. Да, да, да. Можно? Можно? Можно только так. Ну, вот так. Так. А как? Покажите как. Да. Видишь? Ой, какой класс. 1-2-3 дня. Это? Съед вот... один раз на видео черепа. Съед зеленый. Достать можно так аккуратно? Да. Сережа, смотри. О, какая. Тёма, будешь держать? Сережа, сфотографируй, пожалуйста. Аккуратно очень. И потом воду так посадим. Представляешь, объектив будет из этой ванны. Я заберу. А дай Артёму, может он возьмёт. Возьми, бери. Ручки, бери. Не хочу. Чего? Смотри, какая маленькая. 2-3 дня. Один раз на видео. Зеленый черепах. Лена, только? Можешь взять. Эти поменьше, видишь, эти побольше. Артем. Вот это большой черепах. Вот это 1 год. Вот это 2 года. Ага. Съед один раз. Съед зеленый черепах. Съед девочки. Эти в море, а эти у вас просто здесь живут, да? Серый, девочки, очень 5 лет. А сама расцвета мальчик, головы посмотрели. 3 дня. Вот так. Бывай здоров. Выжили свою часть. Да. Поняла, Марина? Девочки живут 3 года, а мальчиков 3 дня и в море. Понятно. Девочку надо на руках носить. И здесь еще. Артем, смотри. Видишь? Вот это один раз на видео черепах, зеленая черепаха. Все зеленые черепахи, все девочки. Все девочки. 1 год. Девочка. Вот это инвалид черепаха. О. Смотри, какой несет черепаха. Ничего себе. Таких маленьких, просто такие огромные. Смотри, Артем, видишь? Еще один большой. Большая плавая. Съед два раз на видео черепах.